Цепочка Нона – настоящий бестселлер. Посмотрите на великолепные переливы, видите их, с чем же они связаны. Это, дорогие друзья, алмазная грань. Посмотрите на этот блеск. Ощущение, как будто бы вот в этой цепочке инкрустированы маленькие яркие фианиты. Оказывается, нет, здесь нет ни одного камня, здесь есть алмазная обработка грани, и поэтому такой великолепный блеск. Это у нас серебро 925 пробы. Разумеется, вашей любимой красной позолоте. Вес ее, кстати, более 6 граммов. Определяйте с длиной. И давайте с вами попробуем сейчас представить. Если бы это 6-граммовая цепь, да еще и в двойном плетении, вы видите, это двойная нода, но, то есть у нас по два звена представлено. Если бы все это было в золоте, какой была бы цена? Ну, за 7 тысяч и больше, я представляю, вот примерно такую стоимость. Давайте исходить из того, что сейчас вес золота порядка 2500, да нет, она бы стоила, наверное, уже под 15 тысяч, да еще если и длинная, если длиной 45-50 сантиметров. Мы вам делаем особое предложение. Это великолепная цепь, которая выглядит как золото, вы можете приобрести по цене серебряной. Посмотрите, даже сама по себе она смотрится уже очень ярко, заметно. Это самодостаточное плетение, напоминаю, называется двойная нона. В принципе, плетение изобреталось как женская альтернатива плетению ромба, потому что я знаю, что есть девушки, женщины, которые считают, что ромба слишком все-таки мужественное, мужское плетение. Вот, пожалуйста, великолепная альтернатива. Возможно, в нашем эфире, либо на нашем сайте с помощью каталога Shop and Show вы уже успели заказать цепи своему мужу ромба. У нас было действительно плетение двойной ромба. Побалуйте сейчас себя, побалуйте, дорогие женщины, с помощью этой цепочки. Сэкономьте и получите вещь, которая будет универсальной, которая будет всегда востребована в вашем ювелирном гардеробе. Цепочек много не бывает. Ну, дорогие женщины, вы же сами готовы это сказать, согласитесь. Сколько раз вы сталкивались с такой ситуацией? Утром собираетесь на работу, либо вечером на свидание, или на встречу с подругами, в гости, в кинотеатр, в кафе. Уже придумали весь образ, уже подобрали платье. И понимаете, что у вас для подвески, которую вы выбрали, не хватает цепочки. Начинаете судорожно снимать цепочку с другой подвески. Понимаете, что ушко маленькое либо большое не подходит. И в итоге вы просто портите себе настроение. Ох, не дай бог, еще портите и мужу настроение. И вообще никуда не идете, или на работу опаздываете. Я думаю, это ситуация. Знакома каждый из нас. Хорошо, знакома. Ну, давайте вот это вот привычное, не значит хорошее и правильное, будем нарушать вот такие недобрые традиции. Приобретайте сейчас эту великолепную цепочку. Милая женщина, вы же можете даже самой себе сегодня приобрести в двух длинных цепочках. Почему бы и нет? Под разные кулоны. Вы видите, я не удержалась, примерила эту цепь. Все, не сниму ее теперь, как бы продюсер от меня не требовал, останусь в этой цепочке. Я люблю плетение двойная нона. За что, спросите вы? За то, что, во-первых, женственное плетение действительно отличается от плетения ромба такими вот легкими овальными формами. Это раз. Во-вторых, еще и потому, что, дорогие девушки, у нас она двойная. А это значит, что вы можете рассчитывать на то, что она будет смотреться самодостаточно. Если вы ее приобретете, у вас уже не возникнет трудности с подбором подвески к цепочке, цепочки к подвеске. Я считаю, что в каждой женской шкатулочке должна быть как минимум одна свободная цепочка. Это мой вам такой профессиональный лайфхак, то есть находка.